Ну что, друзья, всем привет. Я продолжаю проходить третьего Ведьмака. Прохожу дополнение Кровь и Вино. Пытаемся попасть. Тут что-то какие-то кипиш происходит. Попытаемся пройти квест. Интересно, как оно тут делает? Что? Пустите меня, ёк. Приветствую на турнире. Могу я взглянуть на вашу колоду? Да, конечно. Впечатляющая коллекция. Граф Мунье ожидает вас. Прошу. Благодарю. Благодарю. Приветствую. Рад новой встрече. Ну и как тебе масть Скеллиге? Да хуйня, мне не нравится. По правде сказать, мне не очень нравится. Ха. Но все же я верю, что ты с легкостью выиграешь турнир. Расскажи побольше о правилах турнира. Есть что-то особенное? Пожалуй, сперва я представлю участников. Это лучшие игроки со всего света. Хамаль Альденбали, афирский купец. Эрик Ван Врок, вельможа из Новиграда. И, наконец, представитель Скеллиге. Представитель? Представительница? Ослеп, что ли? Разумеется, я не хотел никого обидеть. Это Агнета Скьольд, женщина очаровательного островного темперамента. Теперь, что касается правил. Каждый играет одной мастью, которую нельзя менять до конца турнира. Проиграешь матч – вылетаешь. Лучший из вас встретится с победителем предыдущего турнира. Его превосходительством – посланником Нильфгаардской империи господином фон Хинном. А победителя этого поединка в финале буду ожидать я, собственной персоной. Руки прочь от гвинта! Нет новым мастям! Похуй. Если все не против, можем начинать. Приглашаю всех на террасу. Вскоре Герольд объявит начало турнира. Объявляю турнир открытым. В первом туре Агнета Скьольд сыграет против Эрика Ван Врога, а Геральт из Ривии против Хамаля Альденбали. Прошу к столу. Не желаешь ли поднять ставки? Что ты имеешь в виду? Я собираю оружие, и меня очень заинтересовал твой серебряный меч. Если я выиграю, я заберу его. А если проиграю, отдам тебе свой. Нихуя себе. Ну, плохо. Будь по-твоему. Начнем. Хуя себе. Типа Арандид он заберет у меня. Бля, какой он будет колоду вот играть, интересно. На самом деле, мне все Скеллиге не нравится, так их хуета, если честно. Та-ра-ра-рам, та-ра-ра-рам. Да, блять, не густо, так сказать. Специальные карты 6. Два командирских рога. Две казни. Может взять три казни. Взять мглу. И все-таки пару чучел взять. А попробуем так. А, у него чудище, блять. А мороза у меня нету. Проебан. Так, Мордрём. Хьялмар, Геральт. Йеннефер, Драккар. Есть. Думаю, мглу поменяю. Блять, сложно. Че бы поменять здесь лютика? Лютика ставить надо. Находим с этой. Так, а че у него герой делает? Верните карту из-за вот боя в руку. Сильно.
Так, попробуем его забайтить на казнь. Он нам эльфа, да, подсылает. А мы тебе тоже эльфа подошлем. О, кстати, вот это хорошо, что упало. Очень very good. Блин, блядь, с одной карты сходил просто пацанчик. Так, когда эта карта уходит с поля боя, она призывает на свое место новую сильную карту отряда. Да, там Хеймдаль будет. А могу еще забафать. Да? Попробовать так. Полтишок. Блять. Блять, это пиздец, нахуй. Так, пират Чоди. Начинает самую сильную карту на поле битвы. Ага, меня ёбнет. Не вариант. Не вариант. Чак, ну Геральта отправим. Что у него есть? Если он сейчас забафает. Угу. Так, он пасует. Да? Так, я сейчас попробую. Ту-ту-тум. Если я заюзу этого гондона, и возвращается в колоду. Так, он из отбоя, то есть ему нельзя отбой давать. То есть я сейчас могу кого зарезать, только если воина клана Анкрайт, либо лютика. Кого мне выгоднее? О. Я сейчас зарезаю, короче, наверное, все-таки. Да, воина из клана Анкрайт. И следующий ход будет ходом командира. То, что он может сейчас еще. Давай-ка мы уберем лютика. Так, у него 26 забафанных. Плюс он сейчас может еще кого-нибудь докинуть, и я проебу этот раунд. Так, а если вот так вроде, да? Оба. Нормально. Правильно. Геральта, да? Три карты у него остается. Он сейчас еще одну будет скидывать карту. Так, что-то я не помню, как это работает карта. Когда эта карта уходит с поля боя, она призывает на свое место новую сильную карту отряда. То есть, если я сейчас ее закину и спасую. Если, а что он хочет за это, он что, долбоёб? Ну давай попробуем, чисто, если что загружусь. Так. Снижает осадные. Похуй, у меня нету. Чё? А, это сразу же и на этот идет, нихуя себе. Использованное умение фракции Скеллиги. Так, что он там призывает голого глаза? А я буду проебать, заново смогу так-то. Так, ну Хьялмара давай. Командирский рог. Он проебал. Да ёбаный в рот, это заебал тоже. Короче, сразу два эффекта накладывает, я понял. Так, плюс. Понятно, короче. Нормально. Благодарю за игру. Давай меч, сука. А я поздравляю с победой. Не знаю, что меня заставило играть с тобой на меч. Видно, наш бог не хранит меня больше. Прошу. Пусть он тебе пиздец, верует. У меня арандит и легендарный бы, там. Если бы ты играла по правилам. Там, откуда блядь. Я родом, такие оскорбления даром не проходят. Еще раз скажешь, что я жульничаю, я тебе язык отрежу. Довольно. Без рук. Гвинт, господа. Спорт благородных людей. Мы требуем от участников турнира безупречных манер.
и не потерпим никаких скандалов. Посему, по решению графа Монье, соперники из Новиграда и Соскеллиге дисквалифицированы. Я не соперник, а соперница. И мне нет дела до турнира, где любой проходимец может получается. Заебись, вот это, блядь, квест. В первом туре Агнета Скьёльд и Эрик Ван Врок были дисквалифицированы. А Геральт из Ривии победил Хамаля, Альденбали и Зафира. В полуфинале Геральт померится силами с обладателем титула, его превосходительством Фон Хином. Большая честь для меня. Чувствую, он меня разъебет Нильфгардом. Просто сейчас шпионами на закидает. Так, Бирна, если что, зарезает кого-нибудь. Так, один Берс. Берс есть, гриба нету. Вот так. Казь мне нужна, командир. Командир мне нужен. Угу. Я думаю, надо Трис поменять на чучело, заебись. Так, и что еще можно поменять на самом-то деле? Вот эту бабину можно поменять. Ой, Игрик, ну нормально. Правда, тут... Так, он сразу бафается, да? Слушай, давай я пока Берса выкачу сюда. Че он был сейчас? Че? Что за хуйня? Это что такое? Что происходит, блядь? Так, ладно. Давай дракаров сюда призовем. Оба. Что скажешь на это? Угу. Так, посланника, давай Геральта выкатываем. Сейчас он накастанет туда, я. Скорпион, да? Так. Давай вот этого выкатим, пацана, пока что одного. Сучара, блять, пасует, ладно. Я думаю... Пу-пу-пу-пу-пу. Я думаю, это будет Бирна. И она зарезает мне воина с клана Анкрайта. Блять, а у него тоже... Сейчас он начнет тягать своих пацанов сюда. Молодого, да, вытянул? Так, я думаю, сейчас мы сходим к этим пацанам, чтобы он больше никого не резал. Что Нильгард, это сейчас лучников начнет призывать. Заебет. Так, десярик, да, дал? Ага. Давай вот так. Бля, мне карта на самом деле просто дерьмо нейтральное, все. Так, он казни башит. Угу. Похуй, гриб. А что мне делать еще? Возьмите карту из отбоя вашего соперника. А, заебись, он еще забрал, блядь, пидорас. Бирну. Сейчас шпионы у него полезут. Нарик, да? Нет, тут пасовать надо. Никак ничего не сделаем. Так, лучника. Сука, посланника, блять. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, Бирна. А-а-а, блять. Понятно. Сейчас Бирна была бы нормальная. Ту-ту-ту-ту. Да, проебано. Сука, блять. Обидно. Похоже, тебе не по... Ерунда. Хватит! Да ладно! Кажется, у нас не при... Да нет, да я хочу выиграть его. Да не-не-не-не. Да, блядь, надо пропустить это, сука, блядь. Почему нельзя вызвать меню ебаное в диалоге? Я не хочу, блядь, тут... Да иди ты нахуй. Валет, блядь. Бля, придется опять с первым ебашить, нет, мне? Что-то мне щик эта хуйня не выпала. Мне упал, блядь... Гриб, чучело, казнь, блядь, всякая шляпа. Ну, карты-то заебись, но они упали в таком моменте, когда, типа, мне надо хоть что-то скинуть. Вот у него на руках нихуя нету, но у меня что-то тоже надо. Но у меня все нейтральные карты просто, блядь.
Этот пидормот мне, естественно, казнит, блядь, единственного, блядь, воина этого. Который хоть сколько-то очков мне давал в гвинте. Да. Так, долго загрузка идет. Пиздос. Так. Все, давай, погнали. Ты кто? А, с Нильфгарда меня опять выдушпили, да? Так, во. Вот это сейчас хорошо. Ебать, три берсерка. Один гриб, правда. Так, ебать, это какой-то читер, блять, упал. Что за карты упали вообще дичайшие? Так, Скорпикорус, да? Давай, оп. Ай, блять, шпионы сейчас начнут, блять. Ладно. Короче, у него тоже упало. Нормально так. Так. 11 карт. Я думаю, я юзану гриб. Он сейчас юзанет казнь. А, нет, он сейчас сольет раунд. Так, теперь сразу же юзаем, чтобы он не забрал никого. Давай, берс отправим. 3 смиригольд. У него уже 9 карт. Так, давай. Чё, блядь. Я думаю, вот так я сейчас сделаю. 20-ку сейчас, если он не кинет какую-то сильную карту. Он, блядь, кинул. Лучника вывалил своего. Отправляем. Чё я проебу? Да, я проебу. Да, блядь, почему? Но у меня карт не хватает реально. Я зря, конечно, сделал, что я отбой сразу слил. Неправильно, вообще неправильно, от слова совсем. Ладно. Давайте кораблей. Сейчас он еще одного лукаря выкатит, и все, он сравняет сразу. А, он меня просто сейчас убьет, нахуй. Бля, реально, чё попало, это пиздец. Проебано. Он еще и карту мне забрал. Охуеть. Блять, да что за хуйня реально, а? Похоже. Все, иди нахуй. Давайте, блять. Блять, как меня пидорасит нерв этот ебаный, реально, блять, что нельзя ебучее меню, сука, нажать в диалоге. Ну что за, блять, долбоеб это придумал? Вот ты нахуй когда придумал эту функцию, что нельзя вызвать меню и загрузиться обратно? Ну ты, сука, вообще башкой думал, дебил? Тупоголовая, блядь, дура, нахуй. Или что, мне надо после... Мне дождаться надо, блядь, квест, пока пройдет диалог, у меня пройдет автосейв, и потом я загрузиться не смогу. Ебать ты гений просто, вот. Вот гений. Кто это придумал? Блядь, конченая колода Скеллиги. Вот кто писал, что она там имба, ебать? Вообще не имба, нихуя не знаю. Я, конечно, понимаю, что она мне не полная, у меня там нету мышавура, это точно я знаю. И, может, еще каких-то героев, да? Но мне, честно, не нравится. Вот мне нравится через шпионов играть. Просто количеством карт гаси, там, дави, да, то есть... А тут, блядь... Что это за хуйня? В смысле, блядь, я что загрузил-то, на? Ой, блядь... Не знаю, мне нравится вот за север Нильфгард играть. За Скайтаэль никогда не играю. Вообще никогда. Вообще не нравится. Чудовище, кстати, тоже очень сильная колода, реально очень сильная. Но ее контрит, по сути, один мороз, грубо говоря. Ну или казнь. А, призвала, если ты призываешь, если ты кидаешь две карты, которые призывают остальных, там, например, вампиры и плюс вот эти кухарки, бля, ведьмы эти ебаные. Кидаешь на них, например, рок, все, пиздец, тебя гарантированно просто одной казнь, ну, двумя казнь. Если у тебя еще есть две казни, то это вообще пизда, просто кукола улетает. Так, Нильфгард чем меня гасит? Взять один мороз. Три казни, мгла. Ну вот, кстати, мгла мне нужна. Чучело, может убрать. Командирский рук. Мне просто как-то... Я думал, что на самом деле мне пизда-то упала. О, две казни, плюс мгла.
Блять, вот это мне вообще ни о чем. Я умер. Ладно, дракар еще поменяем. Три казни. Ну, короче, сейчас я его буду казнить, пиздец. Бля, вот, ну вот сейчас бы чучело упало, реально. Но нет же, блядь. А, ёпта, он вообще на корабли, блядь. Ай, нахуй, опять, короче, проебано. Давай, пасуем. А, одного лучника выкатил, победил. А чё, заебись. Нормально, блядь. Ну а что делать, блядь? А, нихуя себе. Это что такое было? Две карты из отбоя поднимаю, блядь. Подожди, подожди, нихуя себе, блядь. Как говорится, what the fuck, мазафак, блядь. Так, стопуем. Ялмара давай. Я надеюсь, у него... А. У него выкорецкий. Кстати, я, знаете, сейчас что думаю? Я могу выиграть, у меня три казни. Если сейчас он еще сейчас призовет лучника, это будет very good. А, я кидаю воина. А, у него героев дохуя, короче, в запасе, да? Так. Ну и это not bad на самом деле-то. Я делаю вот так. У него сейчас слетает очков дохуя. Он кастует ясное небо, да? Так, что у нас по колодам? Слушайте, я... я могу засамонить его, но я этого делать пока не буду. Я пока гриб ебану, пусть сюда. Что он там будет? Командирский рог, да? Ага. Это хорошо тоже, блядь. Как же мне сейчас казнь-то не проебать? Блядь, как сделать, как сделать, как сделать? Если я сейчас за самоню беру, он получит сюда 12. Все правильно, все правильно. Хотя нет, неправильно. Или правильно? Короче, делаем так. Вызываю. Сейчас будет по 12, но там уже баф на 20 есть, он его убьет. Если он еще сейчас сюда... Все, я сейчас могу одну казнь заюзать и вторую. Так. Нет, делаю вот так. Рок сюда. Я просто хочу посмотреть, какие он еще карты выкинет. У него еще карт дохуя. Сука, поменял, да? Тварь. Угу. Давай. Двадцатка отлетает. Он мне сейчас кинет казнь. А, все, проебано. Тактика не удалась. Я сейчас с двумя казнями остался, и хули мне делать, я сейчас казню сам себя, блядь. Да ебаный в рот, блядь, как меня заебало это, ну что это за параша, блядь? Пиздец, блядь. Ой, блядь, ебаный в рот, нахуй. Ну что это такое, блядь? Нахуй, как меня бесит это, пиздец, блядь. Ну что это, если это какая-то неподкрутка ебанутая, сука? Что это за параша, нахуй? Мне, сука, уже нерв пидорасит просто. Где это ебаная автосейв, блядь? Чхуль, нахуй, у меня три сохранения, блядь. Алло, блядь, вообще нахуй, в адеквате нет, блядь. А, это вообще первый соперник, заебись. Какого-то хуя? Какого-то хуя? Просто, блядь, автосейв? Пересохранился. Тут, блядь, все время новый автосейф появлялся. А здесь решил пересохраниться, блядь. Заебись, почему нет, блядь? Долбоебская хуйня, блядь. Игра сама решает, тебе пересохранить твой, блядь, сейф? Или новый слот сделать? Вот до этого она делала, сука, два новых слота. Вот у меня три автосейва одинаковых, блядь. А здесь она решила пересохранить тот сейф, когда я первого победил соперника и ко второму приступил. Он решил пересохранить, типа, ебани-ка ты квест заново, ты что-то охуел у нас загружаться, иди-ка ты с первым теперь повоюй этой кончалыкской колодой, блядь. Это хуета не колода, вот реально, блядь, просто шляпа ебаная. Тебя тупо давит количеством карт, просто тупо. Я вот этой колодой со своей Нильфгарда, я разъебал бы этот скеллиги, нахуй, отвечаю, блядь.
просто нахуй количеством. Не, сука, горит с этой хуйни, блядь. Ой, блядь, мне очень нравится, блядь. Колода твоя охуенная просто. Ой, блядь, давай быстрее. Как вы заебли лясы точить, давай. Прошу, кстати. Не желаю, что... Давай. Сейчас я еще меч свой проебу, будет вообще класс. Блять, вот этот дракон мне первый раз упал, блять. Хоть что-то нахуй. Нахуй мне грипп, если у меня нет берсерка. Вот, пират, заебись. Давай начнем обмениваться любезностями сначала. Сейчас хуяк берсы упали. А нет, цири упала. Упала цири и бирна, да? А, подожди, упала цири и рок еще один. Так, ладно, по шестере. А, ну конечно же, блядь, конечно же, нахуй. А, он не убил, заебись, я думал, сейчас убьет меня. Забафал. Так, у меня есть казнь. Не, мне надо ждать, однозначно. 12 будет. Да. Геральт. Цири. Что получится из этого? Хуй его знает, пасую, да, чего? Так, ну... Ну давай дракары призовем. Че у него там еще за карту-то есть? Верните карту из вашего отбоя. Че он за карту забрал, я не увидел. Блять, а хули делать? Кухарка. Я сейчас смогу убить, но... А я убью вообще, блядь, ебаного дракона только, да? Охуенно, блядь. Ладно, подудим в дуду сюда. А что делать? Блядь, как сделать-то? Ну, он убьет одного дракона, а дракон только рукопашный отряд. Если общая сила его рукопашных, она здесь или превышает? Ну, будем делать так. Убиваем дракона. А, понятно. Ну, конечно. Конечно, почему нет, блядь. А! Сука, долбоеба кусок. Вот и все, нахуй, поиграл, блядь. Твою... Бывает. Я не проиграл. Вот сейчас опять не смогу загрузиться. Сейчас я этот пиздеж буду слушать, нахуй. Вот, вот нахуй, блядь, почему? Благодарю. А, я свой арандит проебал. Блять. Блять, я ебал рот этого уебана, который, сука, сделал функцию, что я не могу, сука, escape, блять, в ебаной игре нажать. Я что, блять? Это просто, блять, трэш ебаный, нахуй. Ой, блядь, посмотреть бы человеку этому в лицо, который вот эту хуйню сделал. Что во время диалога, блядь, нельзя ничего нажать, кроме как нахуй кнопку включения на компьютере, реально, которую сейчас очень хочется нажать. Сука, это с ебаным этим квестом, нахуй. Нахуй я вообще в это вот, блядь, чисто потому что у меня цель, блядь, все квесты попроходить. Вот просто в этот гвинт играю, блядь, и конченый нахуй. Я обожаю гвинт, но гвинт, сука, картами с Келлиги я терпеть не могу. У меня и тогда-то пригорало, блядь, что противнику реально как будто игра подкручивает карты. Вот ты такой выиграешь, у него откуда-то, сука, вообще казнь взялась. Вот, ну что за хуйня вообще? Давай, я сохранил игру, привет. Давай, приветствую, давай, Пич. Давай, блядь, быстрее, пожалуйста. Как вот мне это очень нравится, колода твоя просто, блядь.
бомбическое. Давай, начнем. Как все это долго, бля. Ой, блядь. Я согласен. Я, по-моему, в прошлый раз я победил чисто, блядь, вообще хуй его знает. Победил вообще просто нереально, как я его победил. Шторм со скеллиги возьмем. Это, блядь, что-то с чем-то. Ага, снижает силу дальнобойных и осадных. Смотрим, у меня дальнобойных... Дальнобойные есть, блядь, осадных нету, нахуй. Берсерка, нахуй мне не надо. Охуенно, берс, она грипп поменял. Ой, блядь. А мне не хочет феникс этот выпасть, например. Это пиздос какой-то реально. Что-то у меня, блядь, горит прям жопа вообще, ну, под... Нихуя себе. Что, так можно было? Охуеть. Хорошо. Давай этой писей сходим. Ой, блядь. У меня так горит, блядь, жопа, это пизда рулю. А если я ей Енифер призову, а она призовет еще корабль, он остальных засамонит? Конечно, блядь, 10 раз нахуй тебе засамонит. Залимонит, блядь. Имлери. Ну давай. ОПЦ. Аля Франце. Ну все. Наиграли, блядь. Ага. Ебаный катакан все портит. Я бы сейчас уебал. А, подожди. Но он только одного катакана убьет. А хули толку мне с этого, да? Вообще ни о чем, блядь. Ни туды, ни сюды. Она попробовала вот этого пиздобрата закинуть. А, он подудеть решил. А, он подудеть решил туда, да, в дуду. Ладно. Давай попробуем. Похуй, грипп кинем. Ну как второй раунд с этой хуйней играть? Я вообще, ну, блядь. Ну нахуй это просто, блядь. Давай, драконеда, блядь. На, сука, тварь, блядь. Чё она? Эй. А чё он вернул? Какую карту? Заебал на. Ехать некуда. Ладно, догасим его чуть-чуть ещё. Кейрона. Ту-ту-ту-ту-ту. Так у него карта ещё до ебени фени, блядь. А, ну сейчас он моего дракона наебнёт. Охуенно, класс. Сейчас у него там ещё... Еще казнь, еще кухарка откуда-то вылезла, блядь. С какой-то пизды, блядь. Давай-ка, убери свои карты, нахуй. Да не, он все равно вытянет. Ну, конечно, леший. Очевидно, блядь. Очевидно, шторм. Проебать решил, пацан. Нихуя себе. Ну, вот это прям... Это прям вообще на тоненького, нахуй. Реально на тоненького. Благодарю за игру. Давай, меч на базу, нахуй, да? Давай. Ля-ля-ля-ля. Блеф. Блеф блефует, блядь. Ай, блядь. Может чучел набрать, нахуй. Мглу взять одну. Еще одно чучело возьму, блядь. Казнь, может, еще надо было взять одну. Нельзя, блядь. Ёбаный грипп этот, нахуй. Мне не надо еще одну казнь. Сука, казнить его, нахуй. Так, это оставлю. Корабли у меня чё? Это осадный, блядь, один корабль. Ёбаный свет. У меня чё-нибудь будет когда-нибудь? Не один. Ой, бля, ладно. Чё, у меня грипп-то есть? А, у меня гриба нету. Ну и нахуй мне тогда этот берсерк. Два корабля. Такое себе. Так, он дудит в свою дуду. Поэтому я сразу же хуякс. Так, сразу баллы набираем, езжим. Так, этот пидормот решил казнить моих кораблей, да, всех?
бичара, блять, обосранная. Во, вот это мне нравится, давай. Давай, хоть, блядь, хоть одно чучело новое попит. Ну, сейчас он меня просто будет гасить шпионами. Великая тактика Нильфгарда. А мне упал, охуенно. Я у него еще чучело есть, еще сейчас еще раз шпиона закинет. С кайфом играю, с кайфом, так сказать. Ну, я думаю, тут пасовать надо, это полная хуйня. У него, да, надо пасовать. Пусть он там своих мальчиков там он ставит, ублажает, все. Он лидирует, но на одну карту. Лето из гуляша. Так, а я что, если что, засамоню? О, я засамоню сейчас нахуй ему этот шпиона, блядь. На, нахуй. Опа, С. Оп, две казни. Блядь, да сколько у него чучел-то, ёбаный свет. Это пиздрец какой-то. Вот именно пиздрец через Р. Вот как мне его победить? Он меня тупо количеством карт гасит. Блядь. Рот about его, блядь. Именно about. Он мне просто бесконечно этих шпионов кидает. Реально, бесконечно. Я уже не могу слить раунд, блядь. Вай, блядь. Че такое? Че за накуны? Я не знаю, что еще делать. Йеннифер. Венгерберга. Он сюда малого, да, решил? Малый подрослый. Крутой. Давай-ка ты карты собери, нахуй. Так, это не страшно, только один. Давай-ка вот этого пацана. Купили пацана. Так, еще одного надо, да? Блять, и казнь не поможет мне. Блять, а как мне баллы-то набрать? Это же пиздец. Ну а хули делать? Так, ну я победил, мне сейчас что-то даст, да? Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо, как хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да нахуй мне этот гриб? В очко его себе суньте, блядь. А, ну я все, сейчас не смогу Феникса-то ничего сделать, да? Карта должна с поля боя уйти. Ля-ля-ля-ля-ля. Ехать никуда. Тьмная беда. Так, он сейчас будет резать своих пацанов. Ой. Вот это хорошо, кстати. Сейчас сразу отлетает на по две десяточки. Оп. Что там у тебя еще есть? Сука, он будет еще резать. Скорпион, да? Он возьмет. Ой, блядь, ебаный в рот. Но опять я проебал, сука. Шпиона я убью, и чё толку-то, блядь. Пу-пу-пу-пу-пу. Шпиона наебнул. А, так вот, да? Ладно, давай тогда попробуем. Ой, блядь, а хули делать? На, нахуй. Есть шанс, я две десятки сейчас ему солью. Реально, вот, шанс появился. Да хуй там на шанс появился, сука. Конечно, конечно. Да, да, да. Да ну блять, ну что это нахуй? Ну что это за говно, блять? Похоже, тебе не по. Да похоже, я тебе ебалово разнес, нахуй, пидрило, блять. Блять, как меня это заебал, этот квест кончалыцкий, блять. Просто конченый, блять, квест ебаный. Нахуй я должен этой скеллиге играть парашей, блять, обосранной, блять. Хуета ебаная, сука, я не колода, блять.
Ой, блядь, как меня заебало эти, блядь, при... Вот там, блядь, прикол в берсах, я так понимаю. Вот прикол этой колоды, то, что у нее есть, блядь, нейтралка, то, что она блочит сразу и дальние, и осадные, да, это, ебаные отряды, и в берсерках. Сука, ни разу не упала, блядь, ну один раз упало два берса, но это когда была мега бичарская колода, в которой ничего не могу сделать, блядь. Ля, это пиздос какой-то реально, это вообще просто, что это за хуета, блядь? Вот сейчас я должен был побеждать. Нет, у него третий, блядь, лучник появился. Третий, блядь, я двоих слил идеально. Третий, блядь, появился, нахуй. Ну что это за бред ебучий, блядь? Что это за параша, нахуй? Да ебан, это бедолага, иди нахуй отсюда вообще, блядь. Нахуй мне три корабля, блядь. Дайте мне еще один вот такой, блядь, ебучий корабль. Сейчас на какую-нибудь хуй... Ну, блядь, ладно. Бирсы слава обратно. Эльфа хотя бы дали, блядь. Но мне сейчас просто опять начнет гасить этими шпионами ебаными нахуй. Да-да, подуди в свою дуду, ёбок, блядь. Сейчас он еще будет сюда закидывать. Рингелья Вига. Я блин, все баня загорелась, блядь. Ой, блядь, ой, блядь. Какая же хуита. Давай, корабль, блядь. Батя, ну туда решил подудеть. И туда, блядь. Вы че нахуй там, блядь? Алло. На связи, нет? Бля, это трэш какой-то реально. А чем мне ходить, блядь? Посылаю, блядь. Ёбки, сука. Ну, казнь, по-моему, важнее карты, чем... Вот, вот по-моему. На, сука, тварь, блядь. Так, я подтверждаю, у меня остается Феникс, да? Хеймдаль. Так, мой ход. Надо слить, наверное. Он может сейчас вернуть вот этого педрилу, либо фрингилью, да? А я могу зарезать... Бля, я могу дохуя кого зарезать. Мне ничего нельзя колоду сливать. Я камбию зарезаю. Так, он начинает тоже резать своих там педрилоидов. А я резаю бирный, наверное, дракона, да? Но дракон никого не убьет. Блять, я, наверное, все-таки неправильно сейчас сделал. Хотя хуй его знает еще, правильно или неправильно. Что у меня за карта там вообще есть? А, блять, сейчас хуй посмотришь, да? Конечно же, сейчас. Это же, блять, читерно посмотреть карты свои, блять. Ой, нахуй, блять. Ладно. Фихуй. Так, Йеннефер сейчас еще резает этого молодого посланника, да? Угу. Так, я пасую. Так, у меня остается Хеймдальт. У него две карты. Так. Охуеть. Он моего дракона просто ебет, да? Сракателлу, так сказать. Так, ну, наверное, казнь я заюзаю все-таки сейчас. Ага. И вот сейчас, наверное, самым лучшим решением это будет нахуй убрать колоду все. Чтобы этот пидормот ничего мне не спилил, да? Что я сделал? Ебать, что я сделал? Я чуть не проебал, долбоёб! Ой, блядь, наконец-то. Играть с тобой большое удовольствие. Удовольствие было взаимным, поверь. Аллилуйя, нахуй. Поздравляю, ведьмак. Хватит позорить гвинт! Давай новые масти! Согласен с вами. Пацаны, согласен с вами. Я душой с вами, если что. Пошли вон отсюда! Ноги в руки! И бегом на скеллиге хлебать суп тюленей! Прошу держать себя в руках и выражаться прилично. Пёс бы тебя выражал, манье! Руки прочь от гвинта!
Может, вместо того, чтобы угрожать и драть глотки, скажете, чего вам надо? Мы уж говорили и не раз. Да только никто нас не выслушал. Я выслушаю. Гвинт — древняя игра. Ее правилам много веков. Вот именно. Они отражали природный порядок вещей. Мастей должно быть 4. Это природное число. Мы не согласны на новые масти. Это плевок в лицо традиции. Да, руки прочь от гвинта. Хватит. Мы тут не беседовать пришли, а морды бить за наши традиционные ценности. На самом деле у Скеллиги я хочу защиту этой, блядь, колоды, которая мне все так же не нравится, я не переобуваюсь. Но... Ебать, не вези. А что, мне сейчас еще пиздов могут надавать? А что, блядь? Выбьем у них из башки дурные мысли. Бей, сучар! Берегись, ох, я тебе засажу. Я его так выебу, он до конца жизни в чешопы перед уходи. Бей, сучар! Ебать! Алло, блядь, меня что, палками сейчас просто захуярят? Что это за бред, блядь? Почему я не могу достать меч? Алло, меч достань, Геральт. Да ёбаный в рот, что за хуйня? Я его так выебу, он до конца жизни будет жопой из башки дурные мысли. Вот стерва сраная! Я их выдеру, а потом спляшу на них. Я его так выебу, он до конца жизни будет жопой вперед уходить. Блять, ну что это за бред, блять? Уклонился, а мне дали пизды нахуй, ну что? Что это, блядь? Ну ебанутая игра, блядь! Ну что это за хуйня? Блядь, я уклонился даже не через альт, а через Да нахуй мне это опять, блядь, идите нахуй, блядь, поражение, спасибо. Пожалуйста, блядь. Блядь, какой конченый, блядь, этот пидармот придумал. У меня спасибо. Просто очко сгорело. Да давай до конца игры хули промотай диалоги. А я потом загружусь на... Это просто пиздец, у меня нахуй жопа горит, блядь. Это кто придумал? Чё за днище ебаное, нахуй? Это, блядь, вообще нахуй ненормально. Весь квест, блядь, промотал все две диалоги. Мне нахуй не дают загрузиться, ебать. Долбоёб с дубиной победил ведьмака. Это, блядь, вообще нормально, нахуй. Что это такое, блядь? Где баланс, ебать? В эту игру разработчик сам, блядь, играл? Нет, нахуй. Что при уклонении меня дубиной уебал чел, блядь. Охуеть. Что, блядь, долбоёб, блядь, решил на коленко встать, потому что я ему кулаками еблище расквасил. Я забаговался, не могу уклониться, потому что я, блядь, прыгаю и упираюсь в него, как в стеночку, блядь. Заебись. Класс, баланс, блядь, четко нахуй. Ебануться, тапки гнуться, блядь, это же вообще просто нахуй, сука. Идиотизм, блядь. Вот. Блядь, вот, ну. О, просто, блядь. Я не могу, я забаговался нахуй. Вот я нажал вот этого зеленого бить. А меня ударил красный. Вот, вот, меня все зажимает опять. Я не могу, блять, уклониться, понимаете? Не могу, нахуй. Сука, какой же это дебилизм, блять, вообще реально. Такой бред, нахуй. Блять, как это нахуй сложнее, чем, блять, какую-то, сука, стрыгу победить реально. Это ебанутая хуйня. Почему когда бичара с дубиной, блять, ведьмака нахуй убивает? Сука, блять. Я нахуй сгорел, блять. Фу. Меня довольно, я вызываю гвардейцев. Вызывай хоть шлюх, блять.
Протестуйте, машите кулаками, возмущайтесь. Только перемен вы все равно не остановите. Если вам не нравятся новые правила, играйте по-своему. Но не запрещайте другим играть, как им нравится. Не тренди! Как говорит мой приятель Золтан Хивай, если кто один говорит, что ты трендишь, он может и ошибается. А если много человек говорят, что ты трендишь, значит, ты и правда трендишь. Так что, кто еще считает, что я не прав? Золтан Хивай! О, как его дела? 100 лет его не видел. У Золтана все в порядке. Всем внимание! Расписание вылазки меняется! Идем пить водку с приятелем Золтана! Господа, обождите! Нас ожидает финальный поединок. Финальный? Какой еще, сука, финальный? Я Яги Рафибер! Объявляю, что приму участие в турнире и требую встречи с победителем. Раз и навсегда решим, чего стоит ваше. Блять, еще с одним играть, этой парашей, блять, мне нахуй. Согласен, просто не хватит нервов. Но прошу терпения. Сперва разыграем предварительный Давай, блять. Заебал, сука, чертила, блять. Сыграй колоды Скеллиги, пожалуйста, блять. И сойдутся. Граф Манье с колодой... Исполняется мечта моего брата. Удачи. А, хуя, но у него еще колода в 10 раз будет. Пизже моей, да? И, кстати, вот сколько играю в эту хуйню, мне ни разу не помог. Ебаный берсерк. Вот реально. Вот этот, блядь, говноед нахуй. Пошел-ка ты нахуй, наверное, отсюда, да? Я возьму казнь. Ту-ту-ту-ту-ту. Чучело мне не надо будет, я, наверное, думаю, в этот раз вообще ни одно. Блять, ну, не знаю, Лугас безумный, смысл есть брать вот этих чувачков. И вот, знаю. Возьмем. Я возьму, наверное... Ясное небо все-таки одно, и пусть будет еще командирский рог. Так, казнь, ясное небо, грибов нахуй надавали, пиздос. Охуеть. А чем мне ходить-то, блять, алё? Нормально вообще, нет? Блять, проебано походу. Ему шпиона, а мне нахуй на гриб. Одной картой 3 моих. Накуканил, блядь, другалёчка, нахуй, да? Вот тебе дракар теперь. Ой, блядь. Что делать мне здесь? Ничего, муравью хуй на лоб приделать, блядь. Все, не вывезу никак. Просто нереально. Ну чё мне с этой хуйню делать? У меня 3 карты, блядь. На нахуй, подудю, блядь. Ёбаный в рот. Ну что это за, блядь, дичь ебаная? Ни одного героя, блядь, 15, блядь, с этого, блядь, очкового. Нихуя не упало, блядь. Какая-то параша ебливая одна упала, и все нахуй. Чё мне, блядь, с ней делать, нахуй? Сука, как тут может, блядь, жопа не гореть? Ну, ёбаный в рот, нахуй, а? Дайте я загружусь, сука! Как меню вызвать, пидорас?
Я тебе в лицо хочу посмотреть, ты, блядь, гондольер ебучий. Пиздец какой-то, блядь. Охуенно у меня подозвались карты, блядь, просто. На-на. Спасибо за игру. Главное выиграл. Хуй там выиграла. Как мы... Нас... Сколь! Пусть... Спасибо за игру. Надеюсь, моя победа убедит тех, кто... Ты выиграл, потому что играл лучше. Если б ты даже не играл этим гребаным скеллиге, все равно бы меня... Ай! Что, не все пошло? Главное, что... Жаль, что тебе не удалось пройти в финал. Кто? Блядь, у меня просто нахуй нету слов. Ебать, я сейчас реально нахуй... Я сейчас просто сложность гвинта нахуй на самую низкую поставлю. Меня заебала эта хуйня реально. Че это за параша, блядь? Мне что, блядь, со специальной карты слить, что ли, или что? Чтобы мне хоть что-то дали, чем играть можно. Почему я во втором раунде сижу, а у меня, сука, ясное небо, блядь, с казнью, нахуй. Ёбаный в рот. Какой раз так уже? Пятый, блядь? Мне нахуй это калит, блядь, боже, я даже не хочу эту серию выпускать. Чё, блядь, выпускать серию? Что, на что тут смотреть? На мои загрузки, блядь? Ёбаный в рот. Это просто хуйня ебаная. Кто этой колодой играет вообще, нахуй? Я больше чем уверен, что, блядь, Нильфгард реально просто на изи ебёт нахуй. 10 из 10, блядь. А, блядь. Последний раз я видел его в навиг... Это просто, это трэш нахуй ебаный реально. Это просто хуйня какая-то вообще, просто полнейшая. Вот этот дракар, ни разу две карты, ни разу не упали две карты мне на. Ноль раз, ноль, блядь. Нахуй вот это говно уберу. Берсерки, которые, сука, не падают, нихуя, блядь, вообще. Это три смиригуль бесполезны, иди нахуй вообще. Параша, блядь, ёбаная. Кто, блядь, больше дают, нахуй? Лучник клана Броквар. Две. Они не стакаются никак, нахуй. Казни, блядь, три зато у меня, нахуй. Давай, командирский рок один, казни вот так у меня. Я хуй знает, тут как колдовать картами надо уже, блядь. Заебала эта шляпа, блядь. Вот опять, блядь, один дракар. Ну мне чё от этого дракара одного, блядь? Что холодно, что жарко, блядь. Давай еще раз скажем, хули нет-то, блядь. А, ну конечно. Сейчас у него Геральт, Цири, на нахуй, сразу 30 очков. А у меня, блядь, Бибу пососи, нахуй. Ну, конечно, эльф. Даже, блядь, карт мало теперь стало, надо эльфа, блядь, подкинуть, нахуй. Че бы мне его не подкинуть так, блядь. А, Геральт, Цири, вот, я говорю, блядь, две карты, нахуй, он разъебал меня, нахуй. Полностью, блядь. Делать ничего не надо даже. Клоунатская хуйня какая-то. Вообще просто, блядь, реально клоунская шляпа, блядь. Вот, пожалуйста, и чё, блядь. 6 карт против 4. Только у меня нихуя нету на руках больше, блядь.
блять, как же параша ебаная вообще просто, блять. Я не могу этого долбоеба заюзать, потому что я уже себя забахал на максимум. Что делать, блять? Я буду спасовать. Пусть он скидывает свою карту какую-то, еще одну. И чучело, да? Берса убрал. Берса он оставляет, да? Пиздец. Сучара ебаная, нахуй. Одну бобину я смогу за саманю, да? Да опять проебанное чувствую прям. Так, если я бабу за самоню. Ладно. Придется делать так. Но у него карт больше, и по-любому у него, блядь, карта лучше, нахуй. Да, он моего убивает, конечно же, блядь. А нет, не убивает, да, кстати. Давайте это почистим карту, чтобы он никого там нахуй не... Дракар. Так, я смогу сейчас убить у него дракона. Ну а что, у меня нет вообще вариантов, больше ничего. Еще один дракар, все, проебано. Изи луз, как говорится. Чисто на... Вот, блять, ну что это, если это просто... Вот это просто удача. Вообще никакого скилла. Вот реально, вообще. Я тут не чувствую, что я скилловой, блядь. В гвинте, да? Хоть какой-то скилл у меня есть. У меня есть скилл какой-то в Нильфгарде, да? Когда у меня шпионы, я что-то там, блядь, с чучелами шпионами, блядь, меня тут... Тут просто вот упало, нахуй, блядь. Победил сильнейший. Всё. И с лучшей колодой. Спасибо за игру. Хуй там выиграла, ваша скеллиге. Турнир не окончен. Сейчас моя очередь. Как мы и договаривались. Нас ждет большой финал. Скоятель! И пусть... Скоятель, блядь. Против Скоятеля мне не нужно будет... Блядь, я бы вообще персерков убрал на самом деле, вот реально. Мне нужен однозначно мгла будет. Ясное небо, даже, наверное, две мглы. И мороз один. Нет, мглу одну уберу. Да ебаный в рот. А нахуй мне мгла? Пусть будет одна мгла и один мороз. А, потому что шторм со скеллинги не факт, что мне выпадет. Два мордрема нахуй мне не надо. Ой, блядь. Реально, блядь. О, молодых берсерка. Ладно, пусть будет все-таки шанс на то, что он выпадет больше. Так, ой, идеально упало, кстати, и два мне не надо. О, пират, хорошо. Этого я вызову, если что. Этот забафает, если что, да? В принципе, дракар я бы, блядь. Пилу намыло, блядь. А, ладно. Так-ка, делаем как-нибудь. А то это пизда-то все равно одна. Ах ты, сучара, нихуя себе, ты фраер, блядь. Че это как назвать? Уебыши. Так, как лучше сделать? Мороз? Мороз и пасануть? Вариант. Лютика не хочу, то есть лютик может потом забафать. Ладно. Похуй. А чё умение фракции, блять, не только когда я проебываю?
Угу. На нахуй. Отсыхай, блядь. Бля, вот это хуёво. Но я могу её убить. Так, Йорвит. Я думаю, нам надо сейчас будет пасануть. Я думаю, нам надо будет сейчас Лютика выкинуть сюда. И попробовать. Ага. Пидорас, блядь, конченый. Ладно, надо сделать так, чтобы у него просто сейчас очки слились. Давай, что у тебя там? Кайзен. Шлюхин ебаный, блядь. Ты что он сам себя убил, блядь? Блядь, дос какой-то реально. Блять, мне нервов не хватает на эту парашу, реально. Спасибо за игру. Дьявол! Больше всего меня бесит, что выиграла эта долбаная Скеллиге. Но как говорится, что поделаешь, поздравляю. Блять, всю серию потратил на эту парашу. Как у меня горит очко, блять, это пиздец. Ай да, мужики, пойдем выпьем. Давай, лучше бахнем. Нет, я бы тоже сейчас бахнул. Это я приглашаю и всем ставлю выпивку. Надо отметить победу новой масти. А если кому охота сыграть пару партий в гвинт, не вижу препятствий. Благодарю за все, ведьмак. Не за что. Было весело. Ты оказался настоящим мастером игры в гвинт. Вот главный приз. Ты заслужил его по праву. Большое спасибо, граф. Еще раз спасибо, что нашел возможность сыграть на турнире. Надеюсь, мы еще встретимся. Кто знает. Прощай. Нормально, 1000 крон дали. Ну вот и все, друзья. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, комментируйте этот трэш, который сейчас был. Увидимся в следующей серии. Пока.